Так, основные правила для стоя. Мы всегда каждую стойку, когда выполняем под команду, выполняется сначала черед, стойка смирно, кюнари. Дальше у нас две стойки, чумби и чучум саги. Первое, чумби, это когда ноги на ширине плеч, чучум саги, две ширины плеч. В этих стойках левая нога двигается в сторону, именно левая, правая стоит на месте. Дальше, когда обратно будем двигаться из чучум саги, тоже только левая нога. Чумби, черед. Второй момент. Стойки. Абсуги, абкуби. Всегда двигается правая нога назад теперь. Назад. Абсуги и абкуби. И обратно, когда двигаемся, тоже опять. Абсуги, правая нога, чумби. Опять правая нога вернулась на свое место. Дальше, стойка твит-куби. В стойке твит-куби, когда с места вы выполняете, выполняется левой ногой вперед. Твит-куби, левую ногу вперед, пятки на одну линию. Именно левую. И когда обратно, тоже левую ногу назад. Черед, начинаем.